дай-ка погадаю, брошу вверх монету. Суждено мне стать принцессой, пан или пропал. Вот бы эту тыкву превратить в карету и умчаться в ней туда, где сказка правит бал. Алексей Федорович, а зачем нам столько тыквы? Для чего вы сажаете? Что потом с ней делаете? Есть будем. Тыкву? Да. А чем она полезна? Она всем полезна. Курочки у вас едят тыкву? Обязательно. Ясно. Курочки, они все едят. И тыкву. Вот у меня и подсолнухи, и кабачки мы имеем, поэтому мы им все даем.